Всем привет, меня зовут Алексей. 5 октября 2013 года был третий день съемок фильма «Роковая встреча». Снимали сцену с наркоманом. Спасибо Егору, который специально приехал из Питера. Он и сыграл роль наркомана. А теперь давайте посмотрим неудачные дубли. Спасибо, Медведь Владимирович, за подсказку. Привет, Катюш. Что такая смурная? На, вот закинь. Блять. Ну. Не улыбайся, у тебя. Да, и наверх должны глаза закатываться. Нет, не друг на друга, по-любому. У них же всегда вот так просто, знаешь, как... Уставший такой, как бы, вид, да, должен. И одновременно и радостное, и уставшее безумно. Проще, по-моему, реально удерживаешь, не у тебя. Угу. Все, давай. Все, начали. Держи, закинься. Угу. Так. Это таблетка счастья. Что это? Это таблетка счастья. Пойдем. Ну нормально было. Сейчас я все понял. Да ты тоже не флиртуй с ним, блин. Я с камеры реально сейчас не стал моргать так часто, реально. Пойдем. Так, ладно. На, вот закинься. Что это? Это таблетка счастья. Хочешь что-нибудь поинтересней? Да. Пойдем со мной. Да, ну там не видно вообще. А что, очень реалистично, типа, ну... Может быть. Сразу вошло. Надо глянуть, что это вообще такое. Сразу. Ага. На, вот закинься. Это таблетки счастья. Хочешь что-нибудь поинтереснее? Пойдем за мной. Стоп. Ну что ж, пора закругляться. С вами был Алексей. До новых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих выпусках. Пока.